Космодром Байконур смогут посетить туристы, приехавшие на Экспо-2017. Ведутся переговоры с Роскосмосом о переносе запусков ракет-носителей на время проведения выставки. В регионе также будут развивать туристическую отрасль. Ожидается, что крупнейшая космическая гавань планеты поспособствует превращению Кызылординской области в мировой центр туризма. Мы планируем организовать льготные авиарейсы из Астаны в Байконур, чтобы туристы увидели космодром. Также мы ведем переговоры с Роскосмосом. Дело в том, что основные старты должны пройти в мае, июне, июле, августе, сентябре. И недавно в Кызылорде мы встречали главу Роскосмоса Игоря Комарова. В числе прочих вопросов мы с ним поговорили и о том, чтобы сосредоточить основные старты именно на время Экспо.